Раньше на въезде в СНТ «Учитель» стоял контейнер. Оттуда все твердые коммунальные отходы забирали раз в неделю. Но пока привозили новый бак, людям некуда было выкидывать мусор, и его нередко оставляли прямо на земле. По инициативе жителей приняли решение строить новую площадку. Вот такая у нас площадка, вот такого размера. Это 20 квадратных метров. Мы ее сделали значительно больше, чем требуют того правила. Сделали мы это для того, чтобы в перспективе была возможность организовать раздельный сбор мусора. С территории садового товарищества «Учитель» твердые коммунальные отходы вывозит русский региональный оператор. Договор с ним заключили все 630 СНТ муниципалитета. В 325 из них мусор вывозят по графику, в остальных по мере накопления. При отсутствии договора на вывоз отходов с территории СНТ наступает ответственность в виде штрафных санкций для физических лиц до 3000 рублей, для юрлиц до 250 тысяч рублей. За незаконный сброс физическое лицо 70 тысяч рублей, юрлицо 200 тысяч рублей. 45 садовых товариществ округа вывоз мусора в течение года и вовсе не заказывали. По подсчетам, это почти 6,5 тысяч кубических метров отходов. Такие данные вносят в схему санитарной очистки территории, после чего рекоператор заключает договоры и организует регулярный вывоз с мест накопления. Также проверяют и частные организации. Эту работу и борьбу с продолжим, будем наводить порядок. Очень важно, конечно, провести и контрольные закупки, и рейды против серых возчиков, о которых сегодня тоже шла речь, совместно с сотрудниками полиции, сотрудниками ГИБДД. Я так понимаю, сегодня у нас как раз первые мероприятия проходят, но будем это делать регулярно. В округе проводят встречи с председателями садовых товариществ и сотрудниками управления ЖКХ. Одной из главных тем по-прежнему остается вопрос заключения договоров с региональным оператором по нормативу вывоза мусора. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».